Привет, друзья рыболовы! Ловлю я на локации лиман, река Днепр. Ловлю на манку, мелкий крючок по дну. И цель моей рыбалки — не хватает у меня трофея с названием шило морское. Это разновидность иглы рыбы. Очень хочется мне ее поймать. Иглы рыбы в этом месте я уже ловил, но не шило, а другую. Ловил посередине. Теперь забрасываю в левый край камыша, осваиваю новые территории и очень удачно, всего, наверное, с заброса 10-го попалось мне это шило. Хоть и маленькое, но все равно пополнение коллекции рыб. На маночку по дну. Вечером вечереет. Сейчас посмотрим в садке подробности. Профиль, садок, шило морское, размером никакое, удилище 1Z, манка по дну. Ловите как я и обязательно поймаете. А если поймали, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.